Недалеко же здесь. А, недавно. Не. Ну, долго будете здесь? До завтра. Не, не до завтра, не. Почему, что значит нет? Не, просто я спрашиваю. Ну, я ответил, до завтра. Завтра. Ну, не будете же так здесь. Буду, почему? Что, что вы ко мне подошли? И что меня с чем-то спрашиваете? Не, почему? Не, просто. А если вот, ну, жена, ну, мэра, ну, придет, ну, давай отъедет, да? Нет, почему? Почему я должен отъехать? Это что, ее место, что ли? Ну вот, да. Она ставит. Она ставит? Да, машина. А где это написано? Не написано. В прошлый раз тоже это говорили. То есть мне запрещено здесь ставить? Не, почему запрещено? Пока ее нету. Нет, да, а если она есть, мне запрещено ставить? Как? Она просто... я просто вас прошу. О чем просит, я не пойму никак. Ну, если она приедет. Нет, я не уберу, если она приедет. Почему? Она такая же гражданка, как и я. Ну, так да. Мы, у нас равные права с ней по Конституции. Ну, это так, да, ну... Просто я прошу. А если я вас попрошу мне огород скопать? Сходите, покопайте. Это вообще разные вещи, так ведь? Почему это разные вещи? Разные. Мы одинаковые с ней граждане. Разные вещи. А вы ее охраняете лично? Нет. А? Нет. А кого? Мэра. А что же мне тогда просите освободить для жены мэра? Ну, она же останется в своей машине. Ну, вот, сегодняшний день я буду ставить. Что? Просто с меня тоже так говорили. А вы скажите своим начальникам, что мы не можем с людей требовать ничего, пока здесь знак не поставят. Когда знак поставят, мы тогда будем требовать по закону. А так вы требуете незаконно. Объясните своему начальству, пожалуйста. Или мэра будет проходить мэр, ему тоже объясните ваше неловкое положение. В связи с тем, что жена его ставит здесь машину. Хорошо? Договорились? Да. Ну все, ладно, счастливо.